What is happiness for you? Доброго времени суток. Делаю такое видео. Сейчас мы в общих чертах посмотрим на этот агрегат. Я думаю, что вы будете просто в шоке от такой возможности сделать своими собственными руками то, что называется пилорама для распила вот таких древесин. Вот давайте посмотрим вот на это. Ну, довольно-таки, так, чуть дальше. Довольно-таки внушающий и длина, и размер. Да. Для того, чтобы в дальнейшем из этого получить строительный материал или доски, нужны довольно-таки дорогостоящие оборудования. Вот посмотрим на этот прибор чудо техники. Оно уже отработало, ну, лет 5 или 6, можно сказать. Когда-то этот чертеж мы нашли в интернете и соорудили. Ну, сразу нужно сказать, что получилось все не сразу. В процессе еще доработок тут много чего изменялось, настраивалось и так дальше. Но в общих чертах давайте посмотрим на этот агрегат, как он выглядит. Видим, что внизу две пилы. Понимаете, что по своей стоимости эти пилы намного дешевле обходятся, чем ленточная пилорама. Видим, что на этих шарнирах происходит движение по этой рельсам. Вот так она двигается. Вот. Здесь стоит один, ну, мощный такой довольно-таки мотор. И вот два таких механизма для передачи вот этой энергии на вот эти пилы, которые будут распиливать. Сверху приспособление для подъема и опускания самой станины. И можно сказать, таким вот образом послойно вот эта древесина, начиная сверху, и послойно снимаются, после каждого надпила снимаются доски. Что здесь там? Звонок, естественно, нужно, потому что аппарат довольно-таки громко работает для того, чтобы подать сигнал. В случае какого-то непредвиденного обстоятельства здесь есть звонок. Ну и понятным образом, что сразу у оператора в этом месте должен находиться пуск и стоп на все случаи жизни. Вот таким вот образом устроена вот такая вот пилорама. Естественно, что крайний размер будет все-таки ограничен высотой вот этой станины. То есть не все можно на ней разработать. Но в принципе уже такие большие какие-то деревья вряд ли когда-то, ну, когда-то там и делаются, но для этого уже нужны немножко другие приспособления. А здесь довольно такие толстые стволы, можно распиливать. Ну и вот видим, что здесь и есть еще такое приспособление для подтяжки этой, для подтяжки этой техники. Вот таким вот образом она приводится в движение. Вот она перемещается вот по этих рельсах и послойно будет снимать доска за доской этого бревна. Вот в общих чертах внешний вид такого агрегата. И отдельно еще будет снят материал о том, как оно на самом деле работает. Чуть позже я сниму это видео и вам продемонстрирую.